Слава нашему Богу! Я смотрю на вас, и для меня это самое большое доказательство того, как велик наш Бог. Потому что кто еще мог сотворить каждого из вас таким прекрасным? Аминь. Я бы хотел сегодня спросить, без чего не может каждый из нас? Без чего мы не можем прожить долгое время? Без чего? Без воды мы не можем прожить, я подскажу. Без воды человек долго не сможет прожить. Вода – это необходимая человеку субстанция, без которой он не сможет жить. А без чего не сможет жить христианин? Без воды живой. Без Иисуса Христа мы не сможем жить. Без Иисуса Христа в сердце наша жизнь становится, как христианина, невозможной. Когда Иисус Христос – наш источник, тогда мы действительно можем сказать: «Я христианин». Я христианин, наполненный живой водой. Я бы сегодня хотел поговорить на такую тему. Мой живой источник. Мой живой источник. Что вообще такое источник? Что это для нас? Это то, откуда что-то берут. Откуда, из чего что-то происходит. Из чего что-то проистекает. Реки наполняются, у них есть исток, начало, то, откуда они вытекают. Источник – это начало чего-то. И также и в нашей жизни нашим источником есть Иисус Христос. Человек так создан, что его должно что-то наполнять. Даже пустота, как бы это ни звучало, пустота наполняет нас. Наше сердце пустота наполняет порой. Порой, когда мы где-то забываем про то, что должно быть нашим источником, начинает наполнять пустота. Начинает наполнять что-то еще остальное, потому что мы забываем об источнике живом. Об источнике живой воды. Я бы хотел прочитать такое место. Это будет Евангелие от Иоанна, 4 глава с 10 по 14 стих. От Иоанна, 4 глава с 10 стиха. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец здесь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Всем нам известна история с самарянкой. Она не понимала, она пришла за обычной водой к колодцу. Колодец – это тоже источник воды, где люди набирают воду, которая им необходима. Она там встретила Иисуса. Она встретила Иисуса, который для нас сейчас источник воды живой, но она этого не понимала. Она спрашивает: как источник воды живой? Для людей в умственном понятии, как понять источник человека? Иисус. Как понять это? Но для людей, рожденных свыше, это понятие, оно легче легкого. Мне кажется, каждый из нас понимает, когда Иисус наполняет сердце, приходит радость, приходит мир, который не придет ни от какого другого. Знаете, в этом мире есть много источников. Один есть правильный Иисус Христос, но есть много других, которым так часто хочется просто пойти и от них наполнять свое сердце, от них наполнять свою жизнь. Наше стремление к чему-то – это и есть наше солнце. Когда мы стремимся, мы думаем, что если у нас будут деньги, если будет богатство, если будет хорошая работа, благоустройство, но это не наполнит нас внутри. Богатые люди умудряются быть несчастными. Не дает это наполнение внутреннего, мира и покоя. Лишь Иисус Христос дает нам это живое внутри. То, что нас наполняет, может наполнить внутри. Заполнить эту пустоту, дать эту радость, когда ты идешь и славишь Господа, потому что у тебя есть наполнение изнутри, у тебя есть источник твой, от которого ты пьешь, и у тебя нет жажды.
Ты славишь Бога, потому что Он в твоем сердце. Никто не сможет отнять у тебя воду. Тебя могут запереть и не дать воды физической, и ты будешь жаждать. Но Иисус – это та вода, которую у нас никто не отберет. Аминь. У нас никто не сможет забрать эту воду живую. Божье Слово говорит, от избытка сердца говорят уста. Так интересно порой следить за собою и смотреть, что нас переполняет. Мне интересно следить за собой, потом смотреть, что меня переполняет порой. И порой это очень легко исследовать, посмотреть. То, что я говорю, то, как я общаюсь, то мои поступки, это и есть свидетельство того, что меня наполняет. Если я начну общаться со своими братьями и сестрами, если я общаюсь, допускаю в себе какие-то неуместные шутки, слова, обычное общение, и в этом общении я не бодрствую, я не аккуратен, я где-то допускаю плохие слова, не бодрствую в чем-то еще, то я скажу, что мое сердце не наполнено Духом Святым, по крайней мере, полностью точно. Потому что когда сердце наполняет Иисус, когда сердце наполняет Дух Святой, наполняет радость, наполняет мир и любовь, потому что Бог есть любовь. Я думаю, что все переживали это состояние, когда твое сердце наполняет Иисус. Это вода живая у нас в сердце. И тебе хочется всех обнять, тебе хочется помочь человеку. Как хочется, чтобы мы были постоянно в этом состоянии, чтобы мы были постоянно в нашей подпитке от этого источника. Потому что когда мы обращаемся к другим источникам, все, что дает Бог, уходит, и начинается что-то другое. Печаль, уныние, пустота – это то, чем наполняют другие источники. Но порой, глядя, знаете, внешне, вода из этих других источников может казаться слаще. И дьявол сегодня предлагает другие источники, много других источников, от которых также он может дать тебе одно, другое, третье, то, что тебе хочется. И поначалу оно будет казаться, может быть, и слаще этого вода. Но по итогу после этого ты еще больше будешь хотеть пить. И по итогу мы приходим к тому, что лишь Иисус Христос может наполнять наше сердце. Лишь Иисус Христос может быть той водой живой. Ничто в этом мире. Получи, даже кто из нас, получив весь мир, но не имея Христа, не получит утешения и радости для своей души. И мы все здесь собраны на этом месте. Иисус нам дал этот шанс собраться на этом месте, потому что мы узнали эту истину. Мы узнали, что ничто, кроме Христа, не даст нам этот мир в сердце и покой, эту радость. Мы собраны здесь прославить имя того, которое никогда не закончится в нашем сердце, который всегда будет давать нам этот мир и радость, который о нас постоянно заботится. Иисус для каждого из нас – это вода живая, которая никогда не закончится. Так хочется быть постоянным в этом состоянии, просто чтобы постоянно горело это желание внутри читать Слово Божие. Это напитываться этим, когда я за собой замечаю, когда у меня это желание, когда я постоянно пребываю в Слове Божьем, я напитываюсь от этого, меняется поведение, меняется отношение к людям. Каждому меняется. Но когда, наоборот, пропадает желание, когда пропадает желание молиться, когда пропадает желание, да, есть много других дел. Есть много других дел, которым ты бы мог себя посвятить, и порой мы делаем и забываем, что это не даст нам мира и покоя, не даст нам радости в сердце, не даст нам в сердце Иисуса Христа. То, чему мы порой уделяем гораздо больше времени. Мы смотрим, как самарянка, мы смотрим на физические вещи, и для нас это все, для нас это предел понимания порой. Порой забываю о том, как важно внутри иметь этот источник. Как важно внутри иметь эту воду живую, Иисуса Христа в сердце. Никакие земные источники и заботы никогда не сравнятся с этим. Я бы хотел просто, чтобы каждый из нас задумался сегодня, что есть мой источник? Действительно ли Иисус Христос только мой источник живой? Действительно ли от Иисуса Христа я сейчас хочу наполняться?
Я сейчас хочу, чтобы в моем сердце был этот источник. Или у меня есть много других еще пока что. У меня еще есть много другого, которое я вижу, но порой даже нет силы побороться с этим. Как нет силы и желания идти молиться, читать Слово Божие. Или в моей жизни есть много других источников, которые не наполняют меня, а только дают это чувство жажды. Я бы хотел сегодня призвать каждого из нас, чтобы мы пересмотрели себя внутри. Что проистекает из нашего сердца? Что порой мы говорим? Как мы себя поводим с другими людьми? Что в нашем сердце сейчас источник? Главный источник и единственный Иисус Христос ли? Я так желаю каждому из нас, чтобы нашим источником был Иисус Христос. Чтобы в нашем сердце была эта живая вода. Чтобы мы не были жаждущими. Чтобы мы могли еще эту воду живую идти и рассказывать. Когда самарянка узнала, поняла, о чем говорил Иисус, что она побежала в город рассказывать о нем. Чтобы мы могли еще идти рассказывать людям, которые не понимают этого пока что. Которые не понимают, что есть живая вода. Как можно наполнить сердце? У них нет этого. Не понимают. Закрыто это. Чем можно наполнять свое сердце? Только Иисусом Христом. Братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы для нас, для каждого из нас, нашим источником являлся только Иисус Христос. Пусть вас Бог благословит. Аминь.